Друзья, у меня не совсем обычный повод, а повод такой – это выпуск книги стихов замечательного музыканта Алексея Романова, на чьей музыке выросло не одно поколение музыкантов. Лично для меня это один из нескольких музыкантов, благодаря которому я взял гитару в руки и стал писать песни на русском языке. Что ты устал, что не нашел, чего так ждал, все потерял, что так искал, поднялся в небо и упал. Давайте сделаем это и будем держать в руках замечательную книжку. Возможно, новое поколение тоже заинтересуется этим. Одним из лучших музыкантов эпохи. Музыкантов, которые сделали рок на русском языке. Это будет замечательно. Спасибо.